Всем привет! Сегодня у нас будет интересный обзор на новые скины. Покажу вам скин Некроса и скин Одержимого, как они изменились и что они дают. Так, ну, давайте начнем с Одержимого. Или с Некроса, кто там у нас первый. Так, облики. Скин называется «Восставший», жизнь плюс 50 тысяч, крит удар плюс 250. Вот такой вот он был, классика. Ну, вторую эволюцию, думаю, вы все видели. Вот сейчас он такой. Давайте сейчас на него посмотрим так вблизи. В принципе, интересная прибавка для него, жизнь ему никогда не мешала. Вот сейчас он выглядит вот так вот. Вроде как бы круто. Давайте потестируем, посмотрим. Вот есть обычный, сейчас мы видим разницу. Ну, не знаю, как на меня очень круто смотрится. Сейчас посмотрим. Видите, как бы обычный тоже круто смотрится, но тут, блин, прорисовали все-таки интересно. Конечно, ему далеко до скина Вольта, но тоже неплохо смотрится. Как раз вовремя. Так, теперь скин нового Одержимого. Он называется Алый Демон. Смотрится, я вам скажу, очень круто. Напоминает лично мне героя Стейкена. Кто играл, те знают. Что он дает? 400 атаки и 10 тысяч жизни. Ну, дьявольски хорош, это да. Так, смотрим. Думаю, все Одержимого уже видели. Вот так он выглядит без скина. А тут он круто смотрится. Не знаю, мне нравится. Давайте Одержимого посмотрим. Конечно, прибавка не очень, но что есть, то есть. Так, нам бы какую-то базу попроще. Базу попроще, блин. Сколько не ролишь, все с некросами стоят. Так, ну давайте тут попробуем. Нет, тут не будем, тут стрелок. Вот давайте здесь попробуем. Вот он включился. Ну, круто смотрится. В форме вообще просто обалденно. Не знаю, мне тоже нравится очень. Вот и все. Больше в форму мы не войдем. Так. Теперь кидаем. Ну, тоже круто. Интересно он смотрится, конечно. Урон тоже, я смотрю, вырос. Хоть это и... не там не бывашный, не с бастом, а просто с воодушевлением, но урон заметно вырос. Точнее, хотя какой урон? Он же дает, по-моему, крит удар. А не крит урон, шанс крита вырос.
50 тысяч жизней – это очень хороший плюс. Также шанс крита намного выше. Ну, что я могу вам сказать? Интересно. Хоть и так этот герой был не очень простой. Крит удар 330. Но, как видите, он у меня собран на уклонение, по-моему. А ну-ка сейчас. Да, он полностью на уклонение собран. Неплохая прибавочка. Плюс прибавка идет от бонуса судьбы. Так, давайте еще разок потестируем, посмотрим. В принципе, тут особо-то рассматривать нечего. Красивое такое облако, ну и пуляет, конечно. Смотрите, как гасит круто. Это при том, что он не собран на урон. Ну, одержимая демоническая форма. Красиво, красиво сделали. Не знаю. Мне лично нравится, как Некрос нравится, так и одержимая. Одержимая, конечно, больше, но все-таки до скина Вольта, на мое усмотрение, мнение, они еще не дотягиваются. Вот такой вот был у нас мини-обзорчик. Надеюсь, вам понравились скины. Пишите комментарии, кого вам еще заснять, какие обзоры делать. Комменты читаю. Не отвечаю, потому что времени нет, но читаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.